По осени на дачном участке высевают сидираты вместе с перекопкой огорода. Когда они вырастают до 10-15 см, их необходимо скосить и заделать в грунт. Сидират – это очень полезная вещь, но она тоже может принести вред вашему участку. И вот в чем заключается опасность. Если сидираты не срезать вовремя и они осеменятся, семена разлетятся по всему огороду. И в будущем они будут расти там, где мы их не ждали, и доставлять массу неудобств. Они будут конкурировать с культурными растениями, отбирать влагу, свет и питание. Обязательно скашивайте вовремя сидираты, заделывайте их в грунт, чтобы в будущем не прибавить себе работы на участке. Более того, если растения осеменятся и семена разлетятся по грядке, они привлекут птиц, приносящих огородным посадкам большой ущерб. Если по осени урожай еще не убран, пернатые будут клевать ваши посадки. От этого могут страдать и черви, которые рыхлят почву и делают ее плодородной. Это еще один повод вовремя скосить сидираты до появления семян. Немногие знают, что сидираты привлекают вредителей. Например, горчица отпугивает многих букашек, но привлекает крестоцветную блошку. Рапс провоцирует появление нематоды, а рожь может подманить проволочника. Обязательно учтите особенности и правильно подбирайте виды сидиратов для вашего участка. Я не хочу сказать, что не стоит засевать сидираты после уборки урожая. Они очень даже полезны, и я сам ими постоянно пользуюсь. Но всегда учитываю эти нюансы в планировании засева на своем огороде.